Приветствую, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же моряк, и это «Фокусы от моряка». Друзья, прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что спонсорами нашего сегодняшнего выпуска является магазин magiclessonshop.ru. В этом магазине вы найдете очень дешевые цены на колоды и реквизит. Ссылочка, как обычно, в описании. Ну что ж, друзья, в этом видео я хочу показать вам три способа, очень легких, с помощью которых вы можете выиграть денежки у ваших друзей или недругов. Итак, давайте для начала колодушку нашу потасуем. Итак, смотри, я сейчас буду пролистывать колоду вот таким макаром. Ты в любой момент меня остановишь, просто скажешь стоп. Готова? Готова. Давай. Стоп. Стоп. Запомни карту. Запомнила. Запомнила. Глянь, бегал, твоя карта есть в колоде? Бегал, глянула, есть. Есть. Итак, смотри, я сейчас буду доставать по одной карте. И когда подойдет очередь твоей карты, я об этом скажу. Так, погнали. Пока что где-то далеко. Чувствую, что далеко. Сейчас где-то рядом. Чувствую, что следующую карту, которую я переворачиваю, это будет твоя карта. Что-то я сомневаюсь. Спорим. Спорим. Давай. Давай. На соточку. Давай. Давай? Нет, сначала открой, потом поспорим. Не, давай, сначала спорим на сотку. Руку давай. Все. Следующая карта, которую я переворачиваю, это будет твоя карта. Я беру вот эту карту и вот так вот переворачиваю. Оно? Деньги давай. Итак, друзья, ну что ж, давайте научимся этому трюку. Данный трюк уже был у меня как-то на канале. Вот, и этот хороший фокус можно показывать вот именно для того, чтобы... А давай-ка поспорим на соточку, что это та карта следующая. Ну что ж, как я делал этот трюк? Первым делом вам надо знать карту зрителя. Вы можете ее навязать, зная ее заранее. Вы можете сделать так. Подсмотреть нижнюю карту, 7 пик. Начать тасовку вот такую вот, сверху чуть-чуть снимать. Зритель в любой момент должен сказать стоп. Он говорит стоп, вы показываете ему карту, 7 пик, вы ее уже знаете, да? Он ее типа запоминает, и все. И начинается дальнейший процесс. Вот. Но как я показал в фокусе, в этом, в демонстрации, я применил технику, которую придумал Эд Марло. То есть я начал пролистывать карты вот таким вот образом. Меня остановили, да? Остановили и запомнили карту. Я когда опустил колоду, что я сделал? Я вот так вот мизинчик сюда прислонил и на мизинчик вот это все залистал. То есть у меня мизинчик делает вот такой вот маленький отрыв. Пока я поправляю его, я мизинчик туда получше вот так вот подсовываю. То есть вот на карте зрителя я сделал закладочку. Но как мне ее узнать? Не убирая мизинца, я хватаю, значит, здесь вот средним пальцем и большим вот здесь. И начинаю колоду переворачивать. И мой мизинец вот так вот немножечко выталкивает сюда эту половиночку, на которой была сделана закладка. То есть это происходит быстро, я быстренько смотрю, что это 6 пик, сразу же задвигаю, говорю, бегленько просмотрите, бегленько просмотрели, отлично, отлично, ваша карта в колоде. Все. То есть вот такой вот способ. Далее я начинаю, то есть главное знать карту зрителя уже заранее. Можете навязать ее другими способами, какими вы знаете, дело ваше. Итак, далее начинаем выкладывать. Значит, я выкладываю карты. И говорю, что где-то еще далеко, даже если я ее уже выложу, она все равно будет далеко, по моим словам. То есть я жду, пока появится шестерка пик. Я вот так вот выкладываю, 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 выкладываю. Где шестерка-то? Будет самый прикол. Вот. Шестерка пик выпала, да? Ну, я еще сдам чуть-чуть, прям вот для вида, и скажу, что... Вот чую, что следующая карта, которую я переверну, это будет твоя. И вы так во время этого
тот момент, когда вы это произносите, возьмите следующую карту и так вот немножечко пощелкайте, но ни в коем случае не переворачивайте. Пощелкнули. Говорите, что следующее будет его. Ну, зритель-то свою карту уже заметил. И он скажет: да нет, конечно. Бога ради, сэр, нет, что вы ошибетесь. Вот. Вы говорите: ну давай поспорим. Зритель думает, что вы-то профаны, сейчас проиграете, вы еще пощелкиваете карты. Он с вами спорит, вы берете шестерку пик и переворачиваете. Получается, что вы сдержали свое слово. Следующая карта, которую вы перевернули, это карта зрителя. Так, ну что ж, теперь я предлагаю тебе сыграть в одну такую очень замечательную игру. Смотри, значит, мы берем с тобой последовательность из трех карт. Черная, красная, черная. Там красная, красная, черная. Красная, красная, красная. В общем, ты выбираешь себе последовательность, я выбираю себе последовательность. Какие последовательности будут совпадать, значит, мы будем с тобой получать по одному очку. Окей? Сложновато. Давай, выбирай себе последовательность. Ну, вообще, любые карты. Там красная, черная, черная. Там красная-красная, черная. Какой угодно, вообще, какую хочешь. Красная-красная. На три карты. Черная. Красная, красная, черная, да? Вот это твоя последовательность. Красная-красная, черная. Ну, а я возьму, например, там черная-красная. Ну, пусть будет красная тоже. Тасую колоду. Итак, это твоя стопка, это моя стопка. Так, ставим капусту. Какую капусту? Я ставлю на свою последовательность. Ты ставь на свою последовательность. А капусту меня никто не предупреждал. Пищу клади. Готово? Ладно, так и быть. Итак, значит, это твоя последовательность, это моя последовательность. Итак, погнали. Черная, красная, черная, черная, красная, черная, красная, черная, 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 красная, красная, черная, черная, красная, красная, черная, красная, красная. Я выиграл. Поехали дальше. Шулик. Красная, черная, красная, черная, красная. Черная, черная, красная, черная, красная, красная, черная, красная, красная. Я выиграл. Поехали дальше. Черная, красная, красная, черная, красная, красная, черная, красная, красная. Я выиграл. Едем дальше. Черная, красная, черная, красная, черная, черная. Черная, черная, красная, черная, черная, красная, красная, черная, красная, красная. Почему это моя последовательность ни разу не попала? Не знаю, ты сама выбирала. Ты подтасовал там. Еще не пытался, могу тебе сейчас дать. Красная, 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 черная. Твоя последовательность выиграла. Красная, красная, черная. Красная, черная, черная. Ну, здесь никто не выиграл. Итак, раз, два, три, четыре, один. Ну что, еще разочек? Давай. Давай. Ставь еще сотку. Только денег у меня больше нет. Я тебе займу, вон возьми у меня. Ну что ж, друзья, давайте научимся, значит, этому способу. Способ этот простой. Здесь нужно знать кое-какие правила, и, собственно, все работает само. Не надо здесь не заниматься шулерством, подтасовками там всякими, ничего этого делать не надо. Итак, смотрите, значит, объясняйте зрителю условия игры. Он выбирает последовательность из трех карт. Нам необходим только цвет этих карт. Это будет его последовательность. К примеру, он берет там черное, допустим, давайте вот черное, 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 да? То есть он берет вот эту последовательность. Ну, с ней будет слишком уж просто, давайте какой-нибудь другой, чтобы у зрителей был хотя бы мизерный шанс на выигрыш. Ну, к примеру, красная, красная, черная, да? Итак, вот его выигрышная последовательность. Красная, красная, черная. Как только зритель сделал свой выбор, вы вспоминаете вот такую вот схему. Вспоминаете правила. Обратите внимание, каким образом формируется правило. Оно, в принципе, простое, вы его запомните легко. Смотрите, если зритель выбирает три карты,
одинакового цвета, например, все черные или все красные, срабатывает какое правило? Правая карта превращается в красный, в другой цвет и переставляется вперед. То есть, видите, красная здесь стоит впереди. То есть, было черное-черное-черное. Соответственно, вам надо взять красное-черное-черное. Если он взял красное-красное-красное, соответственно, мысленно превращаем это в черную, переставляем вперед, получается черное-красное-красное. Далее правила перестановки работают то же самое, как и здесь. Значит, черное-черное-красное, соответственно, красную мысленно вперед, получается красное-черное-черное. Черное-красное-черное, соответственно, черную мысленно вперед, получается черное-черное-красное. Здесь у нас правило зеркала, я его называю. Ну, лично вот эти правила я так запомнил для себя. Смотрите, правило зеркала – это когда зритель берет последовательность две карты, которые одинакового цвета, да, вот последние две. То есть он берет, например, черное, красное, красное, или красное, черное, черное. Мы как делаем? Мы зеркалим и меняем цвет. Соответственно, получается черное, черное, красное. Здесь красное, черное, черное. Соответственно, я мысленно меняю цвет и меняю саму. Точнее, мысленно меняю цвет и как бы зеркалю, да, получается красное, красное, черное. Ну и здесь все те же самые по перестановке правила работают. Значит, красное, черное, красное, соответственно, мысленно красную вперед, получается красное, красное, черное. Красное, красное, черное, соответственно, черную мысленно вперед, черное, красное, красное. Вот примерное процентное соотношение выигрыша, да. То есть вы видите, что соперник в данных случаях выигрывает 0,1, то есть 0,11, 2,62, 1,61, ну вот 5 целых, там может быть 11, в общем, самое большое 11, да, вот процент ничьи, ничья тоже может быть, но сколько я пробовал, у меня была всего лишь одна ничья, и один раз соперник у меня выиграл. Итак, значит, смотрите, красное, красное, черное, вспоминаю мысленно, что я черную переношу назад, срабатывает это правило, да, соответственно, я беру черную, красную, красную, то есть я беру черную, красную, красную. Это мой выигрыш. Это будет моя выигрышная последовательность. Соответственно, зритель ставит деньгу. Вы ставите деньгу. Даете зрителю потасовать, пусть тасует сколько угодно. Это совершенно не важно. Здесь работает именно, позволяет вам выиграть именно вот эта вот математическая особенность карточной колоды. Итак, погнали! Черная, красная, красная, мой выигрыш. Далее, красная, 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 черная, зрителя выигрыш. Далее, красная, черная, красная, красная, черная, красная, красная, мой выигрыш. 2 очка. Далее, черная, красная, красная, мой выигрыш. 3 очка. Черная, красная, красная, мой выигрыш. 4 очка. Далее. Черная, красная, черная, 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 красная, черная, красная, черная, 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 красная, черная, 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 красная, красная, черная, красная, красная, мое. То есть, видите, получается, что я зрителю не даю дойти до его выигрышной этой комбинации. То есть, мне надо собрать черную, красную, красную. Вот когда я собираю эту комбинацию, на данный момент его комбинация собрана лишь первыми двумя картами. Видите, я не даю ему дойти до следующей карты и сразу забираю этот выигрыш. Вот на чем базируется как бы эта последовательность. Ну и, соответственно, дальше красная, красная, черная, выигрыш зрителя. И красная, черная, черная, красная, черная. Ну, здесь никто не выигрывает, это ничейные карты, скажем так. Что получается? 2 очка у зрителя, у меня 1, 2, 3, 4, 5. 5-2 в мою пользу. Так что денежки зрителя перекочевывают в мой карманчик. Ну что ж, вот такая вот выигрышная комбинация. Я думаю, здесь ничего сложного нету, запомните вы ее легко. Вот такую вот особенность карточной колоды можно поставить себе на службу. Дело ваше, решайте сами. Ну что ж, для следующей игры мы с тобой возьмем 10 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, конечно же, на деньги. Да, конечно же, давай сыграем на деньги. Я с тобой разорюсь. 6, 7, 8, 9, 10. Итак,
Смотри, смысл этой игры. Ты начинаешь ходить с любой карты. В любую сторону, в какую захочешь. И ты должна сделать 4 хода, после чего карта переворачивается. Вот, например, смотри, вот так вот. Раз, два, три, четыре. Карта перевернулась, да, там. Раз, два, три, четыре. Карта перевернулась. Нельзя ходить с закрытой карты. И, соответственно, нельзя прийти к закрытой карте. Ты можешь пройти мимо этой карты, да? То есть, например, вот так. Раз, два, три, четыре. И перевернуть. Понятно, да? Понятно. То есть выигрывает тот, у кого больше останется, точнее, меньше останется карт, перевернутых лицом вверх. То есть, например, там у меня останется там 4 карты лицом вверх, а у тебя 5 карт лицом вверх, соответственно, ты проигрываешь. Так, ну чтобы было интересней, конечно же, давай вот так вот мы сделаем. Давай соточку на банк. Хоп. Давай, ходи. То есть сначала играешь ты, потом играю я. Так. Да. Так, раз, два, три. Раз, два. Да, ты не можешь никуда, в принципе, пойти, потому что ты попадаешь либо на закрытую, да, либо с закрытой ты не можешь пойти. Итак, у тебя остаются открытыми. Раз, два, три, четыре, пять карт. Пять карт остаются у тебя. Так. Ну что ж, теперь мой ход. Поехали. Раз, два, три, четыре. Закрыл. 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 У меня осталась одна карта перевернутая, и это означает, что легкие денежки отправляются снова в мой карман. Я с тобой больше не играю. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, как, значит, выполняется этот... Как выполняется эта игра. Ну окей, друзья, давайте... Значит, я вас научу, как выигрывать в эту игру. Для этой игры нужно знать алгоритм действий. С помощью этого алгоритма, как бы, вы всегда будете выигрывать. А именно, вы будете делать так, что у вас либо одна, либо две карты будут оставаться перевернутыми лицом вверх. Хочу сказать сразу, не играйте слишком часто в эту игру с одними и теми же людьми. Потому что данный алгоритм, в принципе, прост, и наблюдательный человек сразу раскусит ваши действия. То есть играйте очень редко, там, ну, пару раз, не более, с одним и тем же человеком. Ну, это лично я вам не говорю, что прям не делайте так, но я вам не рекомендую. Итак, для этого трюка вам необходимо взять 10 карт и вот так вот разложить их в такой некий вот, как бы, квадрат, да? Такой вот некий квадрат мы раскладываем все это дело. Так вот. Опачки. Да, все окей. Ну, для интереса, конечно же, каждый ставит на кон какую-то купюру там, да. То есть вы объясняете правила. Значит, ходишь с любой карты в любую сторону. Делаешь 4 хода. Например, раз, два, три, четыре. Там, или отсюда. Раз, два, три, четыре. А четвертая карта, вот, на которую пришли, она переворачивается. Вот так вот. То есть нельзя, например, начинать ходить с закрытой карты. И, соответственно, нельзя прийти к закрытой карте. То есть всегда должна быть карта, которая переворачивается. Можно пройти через эту карту. Вот, например, вот так. Раз, два, три, четыре. Да, и следующую карту перевернули. Там раз, два, три, четыре. Следующую карту перевернули. Так можно ходить. Вот, но главное не начинать вот с этой карты, да, с закрытой, и, соответственно, к ней не прийти. Играем каждый по очереди, да, то есть сначала играет один игрок полностью весь кон, потом играет второй игрок полностью весь кон.
Итак, поехали. Значит, смотрите, для того, чтобы вам всегда... Неопытный игрок, не знающий алгоритма, да, он будет ходить, значит, как-нибудь вот так вот. Там отсюда пошел, там отсюда пошел, там отсюда пошел, да, вот так вот будет ходить. Для того, чтобы выиграть, для того, чтобы все время у вас оставалось одна-две перевернутые карты, смотрите, какой алгоритм. Вот, к примеру, вы... Ваша очередь играть, да? Вы пошли с любой карты, с какой хотите. С этой, без разницы. К примеру, пошли вот с этой. Раз, два, три, четыре. Перевернули, да? Далее, вам необходимо сделать так, чтобы следующая карта была перевернута та, с которой вы зашли. То есть вот эта. А чтобы перевернуть вот эту, вам необходимо пойти вот отсюда. То есть раз, два, три, четыре. И все время вот в одну сторону вы идете, как бы. Не возвращаетесь вот сюда, не ходите ни в коем случае вот сюда. Если пошли в эту сторону, то по часовой стрелке, да, то движетесь по часовой стрелке. Если пошли против часовой, то все время движетесь против часовой. Вот смотрите, я, например, иду вот отсюда всегда, да, то есть вот все время по часовой я начинаю ходить. То есть вот я пошел по часовой, перевернул. Следующую карту мне необходимо закрыть ту, с которой я зашел. То есть я прикидываю, чтобы закрыть эту, мне надо пойти с дамы. То есть раз, два, три, четыре. Видите, опять я двигаюсь по часовой стрелке. Закрыл. Следующую карту мне надо перевернуть даму. То есть смотрите. Раз, два, три, четыре, да? Я закрыл ее. Следующую карту мне надо перевернуть короля крестового. Соответственно, мне надо пойти с пиковой восьмерки. Раз, два, три, четыре. Ну, собственно, с другой стороны, у вас даже и не получится пойти, потому что, как бы, здесь уже перевернутая карта, вам просто не хватит места, чтобы дойти, да? Итак, вы перевернули крестового короля, зайдя с пиковой восьмерки. Далее, соответственно, вам надо перевернуть пиковую восьмерку. Пошли отсюда. Раз, два, три, четыре. Теперь вам необходимо перевернуть крестовую пятерку. Соответственно, мы идем с крестовой шестерки. Раз, два, три, четыре. Да? То есть мы ее раз и закрыли. Мне надо закрыть шестерку, я иду с короля. Раз, два, три, четыре. Мне надо закрыть короля, соответственно, я иду с двойки. Раз, два, три, четыре. Мне надо закрыть двойку, соответственно, я иду с дамой. Раз, два, три, четыре. Таким образом, вы закрываете полностью все карты, кроме одной. Если где-то там что-то может, вы как-то не так пойдете, ну, две карты у вас останутся перевернутые. Но если следовать именно этому алгоритму, вы закроете все карты. Ну что ж, друзья, вот это был третий наш способ. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до следующих встреч на нашем судне.